Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Нет, я, конечно, очень довольна, что он женился. On doit dire le bien du bien. Милочка приятная женщина. Да. Но, как бы сказать, нашего круга. Нет, я понимаю, она у вас училась, все такое. Но есть в ней что-то такое купеческое. Вы не находите? Наталья Павловна. Здравствуйте. Ой, Мила, как вы вовремя? А где Михаил? А он машину паркует, сейчас поднимется. Ну, очень хорошо. Ждем вас к столу. Добрый вечер. Кто ты такая? Почему не живешь в этой квартире? Оказывается, в трауре есть глубокий смысл. Ты не знаешь, как жить, а тебе говорят, покупай черное платье и вари кутью. Это и есть смысл. Раз нужно повязывать голову черным платком, значит... Значит, и жить нужно. Мила, варенье? Ну, кладите, кладите. Ну, что это за порция для такой, как я? Прошу прощения. Я сейчас вернусь. А что вы за представление? Веду себя согласно социальному статусу. Простите, я на минутку. Давайте еще чайку. А давайте. Ага. Мам, я даже не спрашиваю, что у вас с Милой случилось. А что могло произойти? Вы только вошли. Я не угрожаю, что мы уедем с ней жить в ее квартиру. Я детей не брошу. Знаешь, что я сделаю? Я с ней разведусь. Чтобы она не мучилась, чтобы ей не приходилось терпеть все это. Что все это?
А мы заживем по-старому. Ты, твои внуки-сироты, твой быстро стареющий несчастный сын. Хозяйка квартиры тебя спрашивала, она очень странная. Прораб приходил. Удивляется, что я готова жить тут во время ремонта, а... Тут столько места. На самом деле мы с ними даже пересекаться не будем. Завтра начнут. Стой, ты что, уже переехала? Ну, Жень. Мне здесь лучше, чем в гостинице. Кость, извини, пожалуйста. Давай уже прощаться. Просто я как-то не очень хорошо себя чувствую. Съела какую-то ерунду из коробочки. Ну, прими что-нибудь, угля, например. И напиши мне потом, ладно? Да, давай. Пока. Люблю тебя. Значит, Людмила Эдуардовна утверждает, что поставила Светикову плевральный дренаж по просьбе реаниматолога. Диагноз не ставила, осмотр не проводила. А вы, Антон Юрьевич, говорите, что... Что в истории болезни она написала совсем другое. Что осмотр был проведен, и гастроскопия не показана. В той самой истории болезни, из которой была вырвана страница. Именно, Людмила Эдуардовна. В той самой истории болезни, которую чуть ранее просматривал доктор Лиховский. Знакомы с ним? Ну, конечно. Это же мой муж. Mm-hmm. Он, скорее всего, язык вырвет, чем страницу из документа. Тем не менее, его видели. С историей Светикова в руках. Фамилии свидетелей в моем заявлении. И свидетели видели запись доктора Гурков? Там было просмотр пациента? Конечно, было. А в графе гастроскопии стоял прочерк. Да, Игорь Сергеевич? Кажется. Я глубоко уважаю квалификацию и личные качества Людмилы Эдуардовны. Но так замести следы, уничтожить документальные свидетельства и переложить вину на коллег – это уже преступление. Я все понимаю, Петр Семенович, так и свидетель все-таки был. Какой? Доктора Волчаткина я уже опрашивал. Он не свидетель, его не было в смотровой. Ах да, какая-то была медсестра. Но кто конкретно? Абасова, Семенова не признаются, а Симоновская болела. Так назовите фамилию. Я не помню. Не могу. Был вечер, я устала. Ну вот видите, наконец-то слово правда. Устали, перепутали. Так, разрешите. Заходите, милый. Хорошо, Васильевич. Очень кстати. Вопросы к вам. А вы кто? Терехова Татьяна, медсестра из урологии. Это я дежурила 20-го в приемном. Саша Симоновская заболела, а меня подменить послали. Точно, я тебя помню. Подожди, ты же беременная была. Меня на следующий день по скорой забрали. Преждевременные роды. Мы сейчас в больнице с маленьким. Вот отпустили на часок. Так что вы видели? При вас доктора Гурко дренаж ставила? При мне. И вы видели то, что Людмила Эдуардовна написала в истории Светикова? Ну да, что поставила дренаж. И все? А что еще? Слушайте, ну это смешно. Лиховский достал ее, как туз из рукава. Успел обработать. Кстати, доктор Лиховский брал эту историю? Да, на другой день заходил и смотрел. Мы уже с Абасовым вместе дежурили. При вас смотрел? Мог страницу воровать? Ну, даже если мог, Антон Юрьевич сразу после него смотрел, тогда точно все было нормально. Он ничего про вырванную страницу не сказал. Петр Семенович, слова Татьяны Николаевны, записанные юристом нашей клиники, прошу приобщить к делу. Ну, какому делу?
Какому делу? Нет никакого дела. Никогда и не было. Что вы сразу все в бой кидаетесь? Людмила Эдуардовна, я приношу вам свои извинения за то, что оторвал вас от работы. Можете возвращаться к своим обязанностям. И вы, Михаил Васильевич, тоже. Вы тоже свободны. Спасибо. Спасибо. А вот с вами, Антон Юрьевич, и с вами, Игорь Сергеевич, боюсь, придется продолжить. Как же ты ее нашел? Да ладно, нашел. Как я ее из роддома уволок. Стыдно, конечно, но ничего другого на ум не пришло. Хорошо согласилась. Миш, спасибо. Я думал, ты меня убьешь за то, что я историю ходил проверять. Ладно, я побегу. У меня же сегодня инспекция. Знаешь, сколько пропущенных звонков? Я ж пока Татьяну искал, все дела забросил. Все. Увидит же. Да плевать. Все, иди. Иди. Знала первым. Хотя ты, наверное, и так знаешь. У меня будет ребенок. Мне почему-то кажется, что девочка. Девочка Лиза. Ну что за сволочи, а? Ведь самое страшное, что с ними работать придется. Я им отомщу страшной местью. И твой муж мне в этом поможет. Вот, пожалуйста, я прошу тебя, только не втягивай, ему своих войн хватает. А ты не знаешь, где Андрей? Давай ему расскажем. Нет. Андрею сейчас явно не до этого. У него пациент умер. Как? На столе? У него же не умирает, он заговоренный. Ну, видимо, закончился заговор. Молодой парень упал с 9-го этажа. Никто бы за него не взялся. А Спасский взялся. И вообще, в последнее время он как-то очень сильно сдал. Спина, говорит, постоянно болит. Но МРТ делать отказывается. Слушай, отпусти его домой, я за него смену отработаю. Да предлагал уже, ни в какую. Говорит, что здесь ему как-то легче. А может, он и прав. Здесь хотя бы никому ничего объяснять не надо. У вас фамилия Кречетова? Нет. До свидания. Ну, может быть, Екатерина Кречетова – это моя родственница. Ну, вдруг.
Я права не имею. Я лицо официально. А вот каменотесы нет. У них мастерская на соседней улице. Скорее всего, Стеллу делал их бригадир Нуркалямов сам. Спасибо за помощь. Только сейчас там никого нет. Они работают со вторника по четверг. Что там? ДТП, переломкольник с освещением. Обломок задел подколенную артерию, большая кровопотеря. Давайте быстрее во вторую. Остановили как могли. Давайте, давайте. Что там, Руслан? Слушай, тут разрыв под коленом, и ты в таком состоянии не сдюжишь. Я вызову кого-нибудь. Да пока ты будешь вызывать, парень ногу потеряет. Беги, я следом. Не, Андрюш, это бесполезно. Тут без протезирования никак. Давай, ты главный. Ирочка, протез принесли? Да. Там почистить нужно. Подрежь концы. Андрей. Андрей! Андрей, посади его. Маску сними. Скальпель. Скальпель. Усади. Реаниматологов, быстро. Что дальше? Десятку морфина. 10 морфина, быстрее. Какого? Ничего не понимаю. 1 миллилитр на 10 гидрохлорида натрия. Быстро! Ноль 9%. Так, Сережа, коли ты. Колешь очень медленно. Медленно. Давление 135 на 70. Нитроглицерин, быстрее. В физраствори? Да, да, капельницу давай. Что у тебя там пищит, Руслан? У меня все нормально. Сейчас будет нормально. Где они? Зажим. Ножницы. Скальпель. Реаниматологов во вторую, срочно! Сейчас будет все нормально. Так, Ира, тяни перчатки. Мне нужна будет твоя помощь. У нас инфаркт. Ира, быстрее, прошу тебя. Да, зажим. Зажми. Зажми! Да. Я чувствую беду. Беда близко. Она придет от Анатолия. Он все время приносит ей подарки, тряпки, украшения. Я просила Катю не принимать, не пускать его, она только смеется. Я пыталась предупредить мальчишку, но он как будто под гипнозом. Катя вертит им как хочет. Значит, она не зря боялась. Боже мой, что это? Как ты тут оказалась? Лети. Как я здесь оказалась? Андрюшка. Андрюшка, только не ты. Держись, пожалуйста. Молиться за тебя буду. Молишься? Ну а как? У нас все, у нас препараты, оборудование, технологии. Понимаешь? Остается только молиться. Ничего, я тебе не советовала, просто упомянула. Вы не просто упомянули, вы прислали мне адрес. Вы что-то знаете? У мужа своего спроси. Значит, что-то есть, я спрошу. Но прежде мне хотелось бы узнать, зачем вы указали мне конкретное место, где я должна быть? Вы что-то пытаетесь разрушить, да? Да, есть что разрушать. Но даже если есть, почему тебе достается все? Другие платят, а ты нет. В любом случае, не вам назначать мне цену.
Как он? Все тоже. Все говорят, что ты герой. Идиот. Понял, что у него инфаркт только тогда, когда он упал. Господи, о чем мы думали все эти дни? Это я во всем виновата. Со своими обидами, претензии. Меня не любят, меня не ценят. Я. Прости, Слава. Мила, ты что? Я всем тебе обязан. Ну, кто я такой? Обычный заурядный бектаришка. Ты столько в меня вложила. Послушай, ты не заурядный бектаришка. Слушай меня. Ты больше не мой проект. Ты врач. Очень горжусь. Я тебя прошу, только не плачь. Не умрет. Не умрет. Простите, пожалуйста. Простите, что напугал. Тут ребята демонтаж делают той части. Нашли чемодан старый, посмотрели, ничего интересного. Старые документы и фотографии. Может, оставить вам надо? Спасибо. Положите. А скажите, вчера ночью по квартире летала птица. Я не понимаю, может... Мы вчера демонтировали старый воздуховод. Там гнездо наше. Наверное, оттуда. Там просто выходы на крышу есть. Но мы все исправим, не переживайте. Никто больше не залетит. Уже. Если взрослый, наверное, не так страшно. Вовочка. Прости, что напугала. Та Стелла точно моя работа. А кто заказывал, разве упомнишь? 10 лет прошло. Какой, говоришь, номер участка? 1112. Вот, покойная Екатерина Владимировна Долгособурова. Ты чего? Барышня! Ничего, простите, пожалуйста. Скажите, а вы не знаете, как она умерла? Ну, мне-то откуда знать? Мое дело каменное. Мама останется? Да. Да, конечно. Валера, выйди. Сама домой. А вы сварите ко мне своего
удивительный был кофе. И варите на всех, мы потом все попьем. Так уж и быть. Маленькую чашечку у Вови и пару глоточков Валерии. Дайте я справлюсь. Приступайте. Еще молодой совсем. Сколько ему? 49. 49. Мальчишка. Ну, выпили как-то. Он все рассказал. Короче, бытовое убийство. Это все-таки было убийство? Непреднамеренное. А можно подробнее? Между ними был конфликт. Она стояла возле окна. Он ее случайно толкнул. Она упала, ударилась виском о подоконник, и все. Да, конечно, Костя сразу вызвал скорую, милицию, оформили явку с повинной. Да, дали срок. Но не намного же. Какой кошмар. Ничего. Бизнес построил. Вкус в жизни не потерял. Так что ничего, все смог, совсем справился. Он не мог. Чего не мог? Он сам признался. Милка, привет. Как там наш пациент? Ногу спасли? Спасли. Вторая операция будет получше, сложим голень. Ты приходила. Я тебя чувствовал. Почувствовал? А что бревном лежал? Мог бы и моргнуть хотя бы. Привет. Привет. Андрей Петрович, а вас отправляют на лечение в Федеральный кардиоцентр. Ух ты. Как тебе это удалось? Как не тот всемогущий из департамента. Я никуда не поеду. Почему хороший мужик? Рад помочь устроить к лучшему специалисту. Я своих пациентов здесь лечил, никуда не отправлял. Вот и вы меня лечите. Андрюш, мы не кардиологи. Кардиологи пускай лечат, а вы рядом будьте. Ну, двигайся тогда. Люблю вас, чертовки. И мы тебя любим. Мила! А вы? Мальчики! Мила, ну, что? В сознании стабилен. Будем лечить. Слава Богу. А вы же дежурство. А я рыбный суп сварила. Так что вы поешьте и ложитесь отдохнуть. Спасибо. Сейчас я на стол накрою. А хотите, я вам сыграю Шопена? Хочу. Еще я хочу извиниться. Та пара, которую я поселила в вашей квартире, они съехали, не заплатив по коммунальным счетам 4 месяца. Я так виновата. Я оплачу. Да ладно. Вы же хотели помочь родным. Да никому я не хотела помочь. Я их почти не знаю. Просто я боялась, что вы вернетесь в свою квартиру. Сбежите от Михаила, да и от нас всех. Ах, Наталья Павловна, да это адская хитрость. Тетя Мил, вы же нас не бросите, правда? Опа, нет, конечно.
тебя, Любовь. Ну, вы еще расплачьтесь тут. Валер, иди сюда. Молодой человек, подойдите сюда. Так что было дальше, страница вырвана. Это не мог быть он. Не мог. Почему? Где твой муж? Сегодня второе число. Где он? Обманула? Он не приехал. Кто вы? Страшно? А моей девочке тоже было страшно, когда он ее убивал. Вы мать Катя? Да. Знаешь, почему она умерла? За ублюдка. Не слушала. Мать. Не верила никому, только ему, своему ублюдку. Он не убийца. Да что ты знаешь? Он купил тебя шмотками, машиной. Притащил в квартиру, в которой уже убил одну жену. Ты будешь следующей. Не буду. Он не убивал. Как вы вошли? В кладовке. Есть выход на черную лестницу. Вход. Вы специально все это оставили? Фотографии, дневник? Чтобы я нашла и догадалась, да? Он не убивал, я могу это доказать. Он признался. Я не знаю, почему он признался. Был свидетель. Ваша сестра. Сестра, моя сестра, свидетель. От нее все зло. Это она во всем ему потакала, пустила к себе жить. А вот все, чем кончилось. Будь она проклята. Беги отсюда. Не верь ему. Я не могу не верить. Привет. Заходи. Что случилось? Жень! Ну-ка, тихо-тихо-тихо. Ну-ка, давай-давай-давай-давай. Евгения! Что случилось? Ничего. Я поживу у вас, пока Костя не приедет. Евгения, ну это не лезет ни в какие ворота. Теперь, когда у тебя есть своя квартира... Я могу остаться в гостинице. Хотите? Нет? Тогда я поживу пока здесь. Ну что ж, раз ты уже сама все решила, пойдемте к столу. Иди сюда. Этот дом? Угу. А квартира? 11.
Есть вещи, от которых не уйти. Ты знаешь? Да, я знаю. Костя, это был несчастный случай? Это было убийство. Вот и все. Я не знаю, почему он признался. Почему, почему, почему? Сплошные страницы, почему? Он чуть не сбил меня с ног на углу Наличной и Нахимова и не заметил. Бежал домой, сломя голову. Это было точно в 17:52. Женщина спросила, который час. Я сразу посмотрела на часы, потом мне сказали... Катя была уже мертва в это время, но... Но почему он признался? Это было какое-то адское лето. Жара, все плавилось, асфальт, голова, мысли. Мы все время ссорились. В тот день мне позарез нужно было к маме. Я звонил 10 раз, но Катя не брала трубку. Я решил вернуться домой, что-то гнало меня обратно. Я знаю, что произошло, только со слов отчима. Прости меня. Я не верил про Анатолия. Постоянно закрывал глаза. На подарки, на то, что он таскался сюда. Я чувствовал, Катина смерть моя вина. Я не хотел, не хотел. Не спас Катю. Должен был спасти хотя бы мать. Я заслужил. Я заслужил. Твоя мать беременна. Ей нельзя в тюрьму. Идет процесс. Следствие, ты знаешь, но с бизнесом она стала. При чем тут моя мать? Формально она финансовый директор. Все документы за ее подписью. Но я знаю, как все разрулить. Я знаю, кому нужно дать. Если я сяду, никто... Она сама не выкрутится, понимаешь? Ты хочешь, чтобы она села в тюрьму? Лучше всего, если признаешься. Муж случайно толкнул жену. Условный срок. Может, даже и суда не будет, но я тебя вытащу, я клянусь. Я сделаю все, я все отдам. А себя я не смогу вытащить. Спаси. Спаси. Мать Костя. Мать Костя. Возьми все на себя. Возьми все на себя. Ты признался ради матери? Я чувствовал, что Катина смерть – это моя вина. Твоя мать не дожила даже до суда. Вот, посмотри, Муза пишет. Она родила мертвого ребенка и умерла сама. Она ошиблась. Мама умерла сразу после суда. Если бы до, я бы не взял на себя вину. А Анатолий? Жив, здоров. Торгует тряпками. Что было дальше? Дали 4 года. По УДО освободили через 2. Можно мне? Дневник. Почему она молчала? Ненавидела тебя. Убедила себя в том, что ты виновен. Сомневалась, ведь ты признался. Проклинала его, тебя и себя сама. Есть одна вещь, которую мы не в силах изменить. Это прошлое. Это Дима, если прошлое нельзя изменить, нужно его в прошлом и оставить. Мы уедем и никогда больше не вернемся. Никогда. Вместе? А как же еще?
Женя, что? Виталик, в больницу? Не переживай, все хорошо. Просто у нас будет ребенок. Люблю тебя. На стены наклеим английские обои непременно. И люстры должны быть большие. Я люблю, когда много света. Мы здесь прекрасно устроимся. И что вы думали продавать такую прекрасную квартиру? Да она просто создана для нашей семьи. Расстроен. Это будет моя комната? С какой стати? Нет, твоя угловая. А рояль? У тебя есть инструмент. И замечу, не дешевый. А рояль останется здесь. У меня. Бабуль, а зачем же тебе рояль? У тебя же даже слуха нету. Ты кто сказал? Он. А у меня есть друзья, которые будут играть для меня на этом рояле. И я, наконец, заживу так, как я всегда хотела. Мама, мы только за. Мы с Милой. А у вас две комнаты. За кухней. Две? Да. Вторая – Милин кабинет. Ей нужно закончить докторскую. Все поняли? Не слышу! Слушай, а ты чего не пошла на квартирные смотреть? Могла бы себе комнатку урвать возле кухни. Наталья Павловна уже все решила. К тому же она, кажется, права. Вот она теперь как. Что свекровь скажет, то и хорошо. Андрюш, это мудрость высшего порядка. Странно, что она с тобой в Париж не едет. О, у Коли квартирка, как у нее ванная. К тому же Наталья Павловна не привыкла к такой кубатуре. Да. Так, а где Руслан? У него операция через 10 минут. Он даже снимки не видел. Вон, бросил телефон и все. Он теперь очень интересуется хирургией кисти. Инга? Правда? Ты что, не видишь? Он ходит, сияет, как начищенный самовар. Нет. Слушай, а почему ты знаешь лучше, чем я? Хорошо. На что хорошо? Руслан Романович! О, черт! Вы оперировать собираетесь или вам не до того? Совсем забыл, мать. Пардон. Еще подруга называется. Елизавета Константиновна. Какая она маленькая вообще. Ты детскую выбрал? А что ты выбирать? Ясное дело, что лучшая комната в квартире – это комната Натальи Павловны. Только знаешь, что я думаю? Но ты хочешь, чтобы она росла в моей. Хотя я не совсем понимаю, как там поместятся книги, которые ты купил, еще собираешься купить. Но пусть Лиза растет там. И вырастет еще одна книжная девочка. Вот, знакомьтесь, наш новый сотрудник Евгения Васильевна Алехина, криминальный психолог. Капитан Алла Михайловна Баринова. Надо убийство раскрывать. Всем оставаться на своих местах! Убийство женщины. Множественное. Ножевые. Маньяк. Маньяки по твоей части. Давайте искать. Чем конкретно ты занимаешься? Меня интересует не просто реакция на смерть, а конкретно на убийство. Женя просто запала на тебя. Я видела ее личное дело. А-а-а. Оба ее мужа умерли не своей смертью. Олег, очнись, она психолог. Она кому угодно может мозги запудрить.